Глава городского округа Владимир Ружицкий проверил, как продвигается капитальный ремонт дорог. Всего в планах у властей дать новую жизнь 25 основным магистралям муниципалитета. На сегодняшний день полностью отремонтировано уже 6 дорог. Капитальный ремонт дорожного полотна в муниципалитете стартовал еще 20 июня. Окончание этих работ планируют к середине сентября текущего года. Мы ставим задачу до числа 15 сентября в основном по центральным магистралям ремонты завершить. А в целом до конца сентября мы должны справиться с ремонтами. Это такая наша основная задача. Все 25 основных магистралей ремонтируются по графику. Ход выполнения этих работ находится под строгим контролем главы и службы администрации городского округа Люберцы. Регулярно общаемся с руководителем подрядных организаций. Пока мы в графике, и руку надо держать на пульсе, чтобы мы именно в такие погожие, как говорят, дни солнечные завершили ремонт. Кроме того, люберецкие власти максимально стараются приблизить дороги округа к столичному стандарту качества. Сегодня что люберцы, что наши поселки Малаховка, Красково, Томилин, Октябрьский, мы их рассматриваем как одно целое пространство. Поэтому мы не делим на люберцы и поселки. Когда был район, да, были свои бюджеты в поселках, были в Люберцах, был районный бюджет. Сегодня на пространствах бывшего люберецкого района, а сегодня городской округ, это вообще пространство единое. По словам главы, в этом году на капитальный ремонт дорог округа затрачено более 75 миллионов рублей. 30 из них выделено из бюджета муниципалитета, а 45 – субсидии областного бюджета Подмосковья. Во время проверки дороги на улице Побратимов одна из жительниц города лично обратилась к Владимиру Ружицкому с просьбой проверить качество дорожного полотна и в других районах Люберец. Пожалуйста, потому что, ну, представьте, мы возле дома нам прям сделали, а въезд со двора, ну, то есть с дороги, мы не можем езжать. Там просто вот ямы, там нет асфальта. Владимир Ружицкий совместно со службой администрации городского округа Люберцы записал контактный телефон жительницы, чтобы точно определить очаг, где в срочном порядке необходим ремонт дорожного покрытия. Мы составили план выполнения работ по городскому округу Люберцы. В частности, это план выполнения по городу Люберцы. Здесь указаны дороги, которые вошли у нас в текущем году в ремонт. В настоящий момент по одной улице 42-96 работы уже завершены. Ведутся работы на 4 дорогах в настоящий момент в Люберцах. По словам Егора Бунтина, также дорожники во время ремонта не забыли и о маломобильных группах граждан. Предусмотрели специальные спуски вблизи переходов. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.